12 ДТП случилось на дорогах нашего города на прошедшей неделе. И только в одном случае пострадал пешеход. Произошло это в ночь с субботы на воскресенье в районе дома номер 13 по улице Юности. Водитель такси не пропустил пешехода, пересекающего проезжую часть, в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение в виде закрытого перелома пятой пястной кости со смещением правой кисти и ушиб правой половины грудной клетки. По словам начальника Саровского ГИБДД, пешеход на дороге оказался не случайно. Мужчина убегал от сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Выбежал при этом вот на проезжую часть улицы Герцена, вот как раз напротив 13-го дома по улице Юности, которая, вот, и влетел прямо под колеса автомашины такси. Нарушителя поймали и наказали. А что ждет водителя такси, покажет уже другое расследование, проводить которое будут сотрудники ГИБДД. И еще одно расследование ведется сотрудниками полиции по факту хищения товара из магазина. 12 декабря в 13:15 зарегистрировано заявление о том, что в магазине «Дружба» мужчина около 30 лет совершил хищение товара на сумму 2900 рублей. Как установили сотрудники полиции, мужчина украл две головки сыра. Правда, отведать его злоумышленнику уже не придется. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.